Представляя депутатом Совета нового Анапского межрайонного прокурора Александра Фоменко, глава города-курорта Юрий Поляков сделал акцент на его богатом опыте работы, прежде всего в муниципалитетах. Верим в то, что законность и правопорядок у нас будет на самом высоком уровне, и пожелаем успеха Александру Николаевичу в работе вместе с нами. По словам Александра Фоменко, работа с депутатами для него один из приоритетов. Он напомнил, что у него есть право предлагать на рассмотрение муниципального парламента различные нормативные акты. Кроме того, прокуратура – еще одна ступень контроля качества принимаемых документов. А это основа. Одна из первоочередных задач – борьба с контрафактным алкоголем. Давайте мы все вместе подумаем и составим единый список, который будем отрабатывать с полицией. Вы знаете, я человек новый, мне здесь без разницы, кто, где, а если вы подскажете, что кто-то, так сказать, влияет на эти процессы, мы будем, соответственно, с другими силовыми структурами заниматься этими людьми. Поэтому я думаю, что настало время наводить нормальный вид Анапы, такого достойного курорта. Я сегодня посещал и изолятор временного содержания, и КАС. Ну, понятно, что большинство правонарушений, преступлений совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Я думаю, это необходимо нам вместе с муниципалитетом составить этот список, потому что люди говорят, что эти адреса все знают, они неоднократно уже известны. Ну, то есть есть область торговли, где торгуют фальсификатом, это одна проблема, а есть область, где торгуют спиртом в любое время. Это другой вопрос. Юрий Поляков и Александр Фоменко уже обсудили возможность проведения совместных приемов. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа регион.